Кстати, я заметил одну вещь, у вас есть собственный веб-сайт. Да. Да. И последняя запись датируется 30 декабря 2011 года. То есть была сделана уже год назад. Вы перестали вести свой блог или вы перестали заниматься собственным проектом? Что произошло? Да, у меня есть сольный проект. Но сейчас я сфокусирован на деятельности группы. Мы гастролировали. Но в следующем году я обязательно что-нибудь выложу. Свой сольный альбом, над которым работаю. Это весной, кстати. Почему вы поменяли мнение? Вы занимались своей сольной карьерой. Что заставило вас изменить решение и вернуться в группу? Я думаю, это очень способствует моему творчеству, иметь оба направления деятельности. Я сочиняю что-нибудь для сольника, и это становится песней Расмус. Так что у меня двойной источник вдохновения. Это способствует творчеству и написанию музыки. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».